музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры», ее ведущий священник Георгий Галахов. Сегодня мы продолжим рассказ о детско-юношеском хоре имени преподобного Иоанна Дамаскина из Петербурга, который отмечает вот уже 30 лет своей творческой деятельности. Послушаем еще пение этого замечательного коллектива и немного подробнее расскажем о его руководителе и регенте Ирине Валентиновне Болдышевой. По своему музыкальному образованию она композитор и органист. Но однажды в середине 80-х годов, будучи в Псково-Печерском монастыре, услышала о себе слова известного преснопамятного старца-архимандрита Иоанна Крестьянкина. В ответ на ее вопрос «Как мне использовать мое образование, чтобы послужить церкви?» прозвучали в ответ неожиданные слова «Вы будете с детьми. Как это будет хорошо?» И вскоре в 90-м году открылась первая воскресная школа, и жизнь хора потихоньку началась. Послушаем сейчас в исполнении хора преподобного Иоанна Дамаскина песню «Ангел». Пусть всегда есть ангел Божий, светлый, верный, лучший друг. Он всегда придет на помощь, если что случится вдруг. Ангел рядышком с тобой и невидимо хранит. А когда ты не послушен, он расстроен и грустит. От упрямых и врунишек ангел может отойти, а тебе такого друга в целом мире не найти. Рассказывает Ирина Валентиновна Болдышева. К концу первого учебного года в хоре было 60 человек, и с каждым годом их становилось все больше. Появлялись новые группы, и через несколько лет возникла необходимость создать церковно-певческую школу. Помимо церковного пения, вокала, сольфеджио, преподавался закон Божий, а также церковно-славянский и греческий языки. Необходимо, чтобы молодежь обрела веру. Но важно еще и воспитать в юных душах духовное благородство, самоотверженность и другие душевные качества, которые испокон веков ценились на Руси. Духовное семя не прорастет, если не взрыхлена и не удобрена почва души. И важно, чтобы они любили Родину, интересовались историей России и историей Церкви, святынями нашей земли, чтобы они умели в стремительном потоке жизни отличать добро от зла. Очень помогают в этом не только богослужебные песнопения, но и песни, которые мы поем. Вот одна из них. «Даруй, Боже, благодать». Даруй, Боже, благодать, никогда не унывать, или не изнемогать. Даруй, Боже, благодать, не лукавить и не лгать. Yeah.
Ирина Валентиновна написала для хора уже более 100 хоровых композиций на стихи русских поэтов Алексея Хомякова, великого князя Константина Романова, игумени Таисии Солоповой, Сергия Бехтеева, Николая Гумилева, Александра Солодовникова, портрет Андрея Логвинова. На его слова написан большой цикл песен о русских святых. Ноты с ее хоровой музыкой, большинство из которых выпущено издательством Союза композиторов, берут в репертуар многие хоры, певческие, воскресные школы. На сегодняшний день вышло в свет 16 нотных изданий. Ирина Болдышева продолжает свой рассказ. Многие наши воспитанники стали регентами, певчими, причем не только в Петербурге. Кто-то учился у нас лет 15, кому-то хватило 2-3 лет, чтобы получить импульс и поступить на регентское отделение семинарии в Петербурге или Москве. А кто-то и повзрослев старается оставаться рядом. Я радуюсь, что немало наших воспитанников стали священниками и монашествующими. Сейчас песня на стихи портрея Андрея Логвинова «Мне иного счастья не надо». Говоря о песнях на стихи русских поэтов, рассказывает Ирина Валентиновна, часто бывает, приношу новую песню, начинаем учить. У одной девочки слезки, у другой. В самих стихах этих авторов живет способность преображать душу. А когда они соединены с музыкой, это углубляет впечатление. Возрастая в такой атмосфере, душам детей легко напитаться красотой и воспринять важнейшие духовные и нравственные понятия. Таким образом, моя методика тесно сопряжена с воспитанием, а основа подлинного воспитания – это любовь. Послушаем песню «Колыбельные» на стихи великого князя Константина Романова, музыка Ирины Болдышевой.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры.